Так, 29 декабря, 16-й год, Харьков. 16.00 по Киеву. Уже сцену монтируют, ну красота. Ну, она красавица. И возле универа ёлочка какая-то. Памятника Ленину нету, в Газпром виден чётче. Плюс один на Новый год обещают, минус 10. Будет прохладно. Катур бесплатный. В общем-то, все, кроме жратвы, бесплатно. И зазывают по радио постоянно. Приходите, катайтесь, развлекайтесь. Ну, в общем-то, люди на работах еще. Я лично только из цеха. Да, ну, конечно, жижу это лучше подморозить к Новому году. На новогоднюю ночь так свободно здесь не побродишь, конечно. Народу будет немерено. Дед Мороз, как положено, красный нос. Ну, в администрация какая. Здание в администрации. С подсветками. Стойкие оловянные усатики. Это что? Дом Дедушки Мороза. О, как красиво. Тук-тук. И там у нас что? Там у нас... Аттракционы у нас там. Стинс 1894. Прикольно, да. Чай за Динамо бодрит твою маму. Ну, это, конечно, как слоган запоминающийся. Ну, как-то язык с трудом поворачивается его публично. Озвучивай. Так, а здесь у нас аттракционы, да? Те, что есть на данный момент. Глинтвейн. Кафе-бар, я догоню. Прокат коньков, ага. Вход со своими коньками без пола. Так, отсеванцы. Сейчас заберемся.